Ну, на бывшего директора строительной компании «Реставрация» Николая Коваленко завели уголовное дело за обман дольщиков. По данным полицейских, в прошлом году экс-руководитель заключил договор с дольщиками на сумму больше 150 миллионов рублей, зная, что разрешения на строительство у компании нет. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. По данным полиции, сейчас он скрывается в Италии. Фирму уже проверяет прокуратура. Помимо этого, в течение недели в город приедет Федеральная служба по защите дольщиков, которая проведет аудиторскую проверку и выяснит реальную ситуацию в компании. Если «Реставрацию» все-таки признают банкротом, пострадают около 1000 ее дольщиков. Всего организация строит 10 домов, 6 в Солнечном и 4 в Студгородке. Сам Николай Коваленко сейчас живет в Италии. И мы сегодня обращаемся ко всем гражданам, которые потерпели от незаконных действий строительной компании «Реставрация», обращаться с соответствующими заявлениями в органы внутренних дел. Безусловно, по ним будет проведена соответствующая проверка. Они будут приобщены к материалам возбужденного уголовного дела. В Главном управлении будет создана группа, которая будет заниматься приемом граждан, инициативной группы потерпевших.